было вложено порядка 37 миллионов рублей из бюджета Омской области и города Омска для того, чтобы сохранить этот объект и чтобы дети могли приезжать на новые смены. И вот сегодня мы дали официальный старт первой смены. Это очень здорово, потому что действительно лагерь находится в Чернолучинской зоне. Здесь детям очень комфортно отдыхается. Тут шикарная природа. И сейчас созданы все условия для того, чтобы отдых был комфортным, безопасным и соответствовал всем ГОСТам. Все, что связано с творчеством, да, макраме, выжигание, рисунки различного рода на бумаге, на картоне, на поролоне, пластилин добавляется чуть позже. Поэтому здесь на самом деле дети могут попробовать то, что они обычно не делают в городе.